Мерхаба всем. Нашел я вам хорошую 2 плюс 1 в открытом районе, под ВНЖ, в хорошем комплексе с огромной территорией. Тут у нас водопады. Два раза включаются летом, сезон открывается. Три бассейна, этот первый, в той стороне Чине второй, за этим зданием. И вот первый большой бассейн, который самый большой. Огромная территория. В той стороне зона барбекю, теннисный корт, детская игровая площадка, три генератора. Проект был сдан в 2009 году, 2008-2009. Открытая парковка снаружи, также крытая парковка есть. Кто успел, тот съел конфетку. Внизу у нас есть фитнес, сауна, хамам, но сауна, хамам закрыта, не пользуется, только теннисный столик можно пользоваться и фитнесом, оборудованием, то, что есть. Этаж высокий, 7-8. Первый большой балкон. Вид на горы. Вот так видны горы. Глазами я вижу это так. Видны цветные здания. Море видно отсюда. Расстояние отсюда километр до моря максимум. Рядом есть сеть магазинов А101, Шок и несколько маркетов. Тихий, спокойный район. В Алании. И кого интересует какая-нибудь другая недвижимость, у меня много хороших вариантов, которых я не снимаю, я не выкладываю. У меня, как говорится, пирожки спрятаны в кастрюле. Я покажу вам сейчас спальню. Как сказал, 100 квадратных метров минимальная площадь у этой квартиры. Ну, требуется ремонтик, первый санузел. Это спальня 16-18 квадратных метров. Она не маленькая, да, видите, да? Мраморный пол, сейф в стенке. Бабки, бабки, вы где? А, ой, ой, все там. Нету ничего, оказывается. Второй балкон. Какая красота. €208 500. Да, дорогие зрители. Такие цены. Есть еще дороже у меня квартирки, кого интересует, с супервидом, обращайтесь. Второй санузел. Вот тут ремонт надо все сделать. Еще где-то 8-12 тысяч евро полностью потратить. Это максимально, что вы потратите. Можно и на 5 тысяч евро обставить, и на 7, и на 8. Отремонтировать. Ремонт где-то выйдет, там где-то 1000 евро, покраска туда, масса сантехника. Ну, 20 тысяч евро, это нормальная сумма, что была. Вторая спальня у нас 11 квадратных метров. Высота потолков 265-270 сантиметров. Есть два лифта, большая территория. Кого интересует, отдельно могу отправить фотки. Не буду я идти вниз. Кто в Алании, обращайтесь, я вам эту квартиру покажу. Так, здесь покажем проход. Вот один лифт, второй лифт. Вот. И все. Айда 300 лир. 350, может быть, недавно подняли. Так что все показал. Все дырки, лазейки, лампочки тоже покажу. Нужно, может, поменять тоже на ледовские. Смотрите, если кривизна, тоже можно починить потом. Так, отсюда ляг-люк и вид на горы. И на территории, видите, да, там
Большая территория. Так идет в ту сторону. Там речка протекает, канал. Потом большой бассейн в той стороне, новый, его чинят. И три бассейна, короче. Смотрим детально. Можете даже задаток отправить, птички дать. И квартира будет за вами. Жду звонка. Всем пока-пока.